Под бурные аплодисменты. Именно так встречали лучшие коллективы Миндыкаринского и Узунгольского районов. В регионе дан старт 37-му фестивалю народного творчества «Для тебя мой талант, Казахстан». По традиции, победители смотра будут представлять район на областном уровне. Чем удивляли членов жюри, расскажут наши корреспонденты. Минут выступления артисты Миндыкаринского района приковали к себе внимание зрителей, поразив не только своим мастерством, но и креативным подходом. К смотру художественной самодеятельности они подошли с особой ответственностью и любовью. Все для того, чтобы сегодня со сцены продемонстрировать свои лучшие номера и отстоять честь родного края. Артисты Миндыкаринского района не перестают удивлять и покорять сердца зрителей. Любовь и признание зала для них – главная награда. Сольные номера сменяют зажигательные танцы и мини-постановки. Удивительная профессия у работника культуры – дарить людям хорошее настроение, тепло, любовь и радость. Наполняют вдохновением и незабываемыми впечатлениями любой праздник. Смотр народного творчества в этом году – один из самых масштабных и ярких. Это 37-й смотр прошел в Миндыкаринском районе. Наш край всегда славился своими творческими коллективами, артистами и исполнителями. С каждым днем уровень их профессионализма растет. Тому подтверждение зрителей. Они аплодировали, а в зрительном зале не было мест. Вот он показатель нашего труда. Мы с супругой ежегодно участвуем в смотре. В тандеме работаем более 40 лет. За эти годы мы видим, как растет уровень мастерства наших коллег, молодых дарований. Это очень радует. Конкурс-фестиваль провели и в Узунгольском районе. За плечами конкурсантов бессонные ночи и недели репетиции. Со сцены прозвучали музыкальные номера различных жанров – оркестры, вокально-инструментальные и народные ансамбли. Одним из самых ярких моментов стало выступление музыканта, который играл на баяне. Его виртуозная игра и уникальная аранжировка заворожили публику. Занимаюсь музыкой уже, считаю, с детства почти всю жизнь. Песни свои пишу, выпускаю. Два альбома выпустил. На сегодняшний концерт играл одновременно на барабанах, пел одну из своих композиций. Проникновенные номера, чувственные выступления и яркие эмоции. Именно в такой праздничной атмосфере проходит смотр художественной самодеятельности в Узунгольском районе. В этом году мероприятие проводят 37-й раз. Вот и завершился смотр для Узунгольского района. Надеюсь, самое главное мероприятие понравилось нашим зрителям. Мы готовились тщательно, ставили каждый номер и шили наряды. Смотр стал настоящим праздником для всех, подарив зрителям незабываемые эмоции и укрепив дух сельчан. Жители уверены, что такие события нужны и уже ждут следующего года, чтобы вновь окунуться в мир творчества и народного искусства. Что же я наделала, натворила? Айнура Муканова, Руслан Джабаев, телеканал Кустанай.